Стабильную работу и развитие Каспийского трубопроводного консорциума сегодня обсудил глава правительства Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань. Акцент стороны сделали на увеличении пропускной способности трубопровода, что позволит обеспечить транспортировку дополнительных объемов нефти из Казахстана. Напомню, в прошлом году на трубопроводе была авария, из-за чего перекачка черного золота была затруднена. На сегодня, по словам главы нашего Кабмина, все ремонтные работы завершены, ограничения сняты. В конце прошлого года пропускная способность трубопроводной системы удалось довести до порядка 72,5 миллионов тонн нефти в год.